الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем тему любви к Аллаху и Его посланнику, саллиллаху алейхи вассалям. И как мы уже сказали, каждый человек волен выбирать себе религию, волен выбирать, чему он поклоняется. Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: «Ля икраха фид-дин, кад табайяна ар-рушду мин аль-гай». Нет принуждения в религии, и прямой путь уже отличился от заблуждения. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Кто оставил ложные божества и уверовал в единого Аллаха, тот ухватился за крепкую верфь. Поистине Аллах слышащий и знающий. И никто никого не имеет права принуждать к религии, кроме как человек сам выбирает, чему кому поклоняться или чему поклоняться. Некоторые поклоняются чему-то, некоторые кому-то. И лишь те, кто поклоняется истинному Господу, те на правильном пути. Однако я хочу продолжить тему людей, которые говорят, что они веруют в Аллаха, что они любят Аллаха, что они любят Его посланника, саллиллаху алейхи вассалям, но при этом поступают наперекор всему этому сказанному. Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной». Всевышний говорит: «Скажи», обращайтесь к Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, «Скажи, если вы любите Аллаха, действительно, как вы говорите, что любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный». То есть, если вы утверждаете, что вы любите Аллаха, то поступайте так, как Всевышний велел, согласно Его книге, и согласно тому, что сказал пророк, и на что указал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, согласно его сунне, тогда вы действительно любите Аллаха и его посланника, если вы так поступаете. И мы сказали много причин, которые показывают, что действительно человек любит Аллаха, или наоборот показывают то, что его деяния не соответствуют его словам. И мы сказали, что все это касается и нашего имущества, и наших детей, и наших родителей, и нашей родины, и всего остального, когда человек ставит все это выше веления Всевышнего. И мы сказали, что наши дети – одна из аманатов от Аллаха, когда Аллах дал нам, верил их нам до определенного срока, после которого мы уйдем, или они уйдут, или мы уйдем. Но все мы предстанем пред Аллахом, субханаху ва тааля. Каждый из нас обязан наставлять своих детей, наставлять на правильный путь, обучать их религии, обучать, чтобы наши дети познали своего Господа, уверовали в Него и были праведными детьми, которые совершали бы свои молитвы, которые избегали бы запретного, не совершали бы запретное. Сегодня мы видим, как стало бичом наркотики, когда в малом возрасте, когда уже в школах дети потребляют наркотики, я уже не говорю о взрослых, когда подростки уже вытворяют то, что даже человек не может представить в своих худших фантазиях и кошмарах, то, что совершают сегодня подростки, да вержет нас всех Аллах. Причина всему этому, что нет веры в Аллаха, нет богобоязненности, нет той грани или того воспитания, или того стержня, которое удерживало бы их от этого. Именно стержень, тот стержень – это основа, которая бы удерживала человека от греха. Религия, именно вера, иман – это и есть тот ограничитель, который бы удерживал. Если человек был бы верующим и богобоязненным, конечно же, он бы избегал всего этого, он бы постарался не совершать запретное, он бы не употреблял наркотики, потому что все это Аллах субхана ва тааля запретил, и все это является запрещенным. И Всевышний сказал: «О те, которые веровали, оберегайте себя и свои семьи от огня». И может быть так, как я уже говорил, что может быть так, что именно родители станут причиной того, что в конечном итоге их дети станут убийцами. Их дети станут наркоманами, их дети станут теми, кто совершает великие грехи, да обережет нас всех Аллах. Потому что в свое время родители не дали того воспитания, не внушили той богобоязненности, которая бы удерживала бы их от этих грехов. И может быть так, что в судный день они все горько об этом пожалеют, да обережет нас всех. И не будьте беспечными
по отношению к тому, чем занимаются ваши дети. Не будьте беспечными по отношению ко всему этому. Аллах, субханаху ва тааля, как мы знаем и как не раз мы об этом говорили, Всевышний испытал огромным испытанием Ибрахима, алейхиссалам, своего пророка Ибрахима. Хвала Аллаху, Аллах, субханаху ва тааля, не испытывает нас такими испытаниями. Эти испытания были для пророков. Однако Всевышний привел нам в пример именно его поступок. Когда Аллах, субханаху ва тааля, повелел ему принести в жертву сына, долгожданного сына, которого Всевышний даровал ему, и когда Ибрахим был уже стар, и когда ему было внушено это, он поспешил исполнить это. Он пошел и действительно хотел это исполнить. Однако Аллах, субханаху ва тааля, когда стало очевидным, что его намерение – искренность, его любовь к Аллаху действительно искренне, Аллах отменил свое веление и велел ему принести в жертву овна, барана. И Аллах заменил ему это. То есть Аллах милостивый, субханаху ва тааля, милостивый. И Аллах, субханаху ва тааля, любит больше наших детей, чем мы сами. Мы не знаем, что их ждет, однако Аллах, субханаху ва тааля, оберегает их от многих бед. И Всевышний обрадовал Ибрахима, алейхиссалам, вестью о другом сыне Исхаке, а также о сыне Исхака Яакубе. И все это благословение Аллаха, субханаху ва тааля, которое принесло Ибрахиму покорность Всевышнему и предпочтение любви к Аллаху. И самое дорогое, что у него было, это был его сын. И он был, готов был пожертвовать даже этим ради любви к Аллаху субхану ва тааля. Аллах субхану ва тааля не повелевает нам такие вещи. Аллах субхану ва тааля велит нам просто признать своего Господа и поклоняться Ему, и обучать этому своих детей. Просто совершать молитву своему Господу. Нам не нужно никого приносить в жертву, кроме как курбан. Мы приносим в жертву барана, альхамдулилля. Нам не нужно жертвовать ни близкими, ни своими там, какими-то этими. Нам не нужно жертвовать свое имущество полностью. Всевышний говорит, какую-то часть, мизерную часть от своего имущества, 2,5% в год один раз в пользу нуждающихся. И это не Аллаху, субхану ва тааля, Аллах не нуждается ни в чем. Это не кому-то другому. Просто выбери для себя нуждающегося человека из своих близких в первую очередь. Из своих родных, из своих близких, из своих соседей, из своих односельчан, нуждающегося человека, люди, у которых много детей, не могут их обеспечить должным образом, люди, у которых сегодня есть, люди, у которых нет ни отопления в доме, нечем платить за электричество, за электроэнергию и так далее, и так далее. Помоги кому-нибудь из своего имущества. Выбери сам, не нужно там через кого-то. Если, конечно, ты не знаешь никого, пожалуйста, есть фонды, альхамдулилля, которые занимаются этим. Можешь через них, можешь через имама, как угодно. Но Аллах субхану ва тааля сделал это благом для нас, чтобы мы очистили наши сердца от жадности, от скупости, которые у нас есть, и пожертвовать хоть что-то из того, что мы любим для себя. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал «Ля юмину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафси». Ваша вера никогда не будет полноценной, пока вы не полюбите для своего брата то, что любите для себя. Пока вы не начнете предпочитать других верующих по отношению к себе. Когда ты пожелаешь для своего брата верующего то, что желаешь ты для себя и любишь для себя. Для многих из нас это очень тяжело понять, потому что мы не привыкли к такому. Однако мы видим, как сподвижники поступали таким образом. Когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, переселился в Медину, он сказал, собрал жителей Медины и жителей Мекки, которые переселились в Медину, и сказал, каждый из вас возьмите себе брата. И один из них взял одного из них себе братом, сказал, мы с тобой братья, повел его к себе домой и сказал, вот мой дом. Здесь 2 этажа. Выбери себе 1 этаж, это твой дом. Потом он собрал все свое имущество, собрал посреди дома и сказал, половина этого твое, половина мое. Так они поступали. Для многих из нас это тяжело такое понимание, даже понять это, но это признак огромной веры, признак глубокой веры, признак огромного имана. Но именно эти люди донесли до нас сегодня эту религию, которую мы, альхамдулилля, можем держать. И что касается любви к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям,
Ведь любовь к Аллаху не может быть без любви к посланнику Аллаха. Ведь эту книгу Аллах Субхану Тааля ниспослал через своего посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. Именно он его донес до нас и разъяснил его нам, и показал его нам, и как жить соответственно этому. И мы видим, если кто-то изучает историю сиру, историю ислама, историю пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, Аллах Субхану Тааля провел его через такие испытания, через столько всего, что этого всего, ну, я не знаю, хватило бы на 3-4 поколения, и, может быть, даже 3-4 поколения людей не смогли бы пройти через столько, через сколько прошел Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, через что он прошел. И Аллах Субхану Тааля так сделал, так провел все это, чтобы люди не говорили, что они не могут. Аллах Субхану Тааля ниспослал нам, выбрал для нас посланника из нашей среды, из нас самих, ни ангела, ни какого-то другого, ни какое-то другое существо, которое он создал, и не ангела, а выбрал человека из нашей среды, чтобы люди не говорили, это же ангел, мы не можем, или же это так, или же это так. Человек, который жил в пустыне без всяких условий, чтобы люди не говорили, что тогда были такие условия, здесь такие условия. Ничего подобного. И все, что повелено Аллахом, субханаху ва тааля, это возможно для каждого человека. И Всевышний говорит: «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусъаха». Аллах не возлагает на душу то, что она не может вынести. То есть то, что Аллах Субхану Тааля повелел совершать людям, это все под силу любому человеку, который имеет здоровье, который в здравом уме и имеет хоть какое-то здоровье. Может, не самое лучшее. Но и даже тем, кто болеют и не могут там какие-то вещи совершать, Аллах Субхану Тааля вменил в меру их возможностей. Когда Всевышний говорит: «Поминайте Аллаха и стоя, и сидя, и лежа на боках своих». Если человек не может молиться стоя, Аллах дозволил ему молиться сидя. Если он не может молиться сидя, Аллах дозволил ему молиться лежа. Посвяти из этих 24 часов, которые мы имеем каждые сутки, хотя бы эти 20 минут, 30 минут времени, из всего этого посвяти своему Господу, посвяти поминанию Аллаха, субханаху ва тааля. Аллах не требует от нас большего. 5 молитв. Каждую из них можно совершить в течение 5 минут. Сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Их воспитал Аллах, субханаху ва тааля, их воспитал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. И это были другие люди, которые готовы были отдать душу за пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И есть много примеров, когда они действительно так поступали, как они его любили, как они его охраняли, как они его ценили, как они его возвышали, и возвышали его, и Аллаха, и его посланника. И есть огромное количество примеров, как они показывают, что они любят Аллаха и его посланника больше, чем самих себя. Когда Умар, ради Аллаху Ангу, сказал о посланнике Аллаха: «Теперь я люблю тебя больше даже, чем себя самого». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, сейчас, о Умар». То есть твоя вера стала полноценной. Когда человек размышляет о том, что даровал Всевышний, что отдал ему Всевышний, а какие блага мы имеем, и та вера, которая у нас в сердце есть, ведь это Аллах, смотри, открывает наши души, открывает наши сердца, и Аллах дарует, кому пожелает веру, и закрывает, кому пожелает сердца. И Аллах даровал нам это, и когда человек задумается, действительно задумается о каждом благе, которое он имеет, что это от Аллаха, субханаху ва тааля, и что Аллах Всевышний может лишить его это, всего этого в течение одного мгновения, и что Аллах одаривает его каждый день, конечно же, в его сердце появится любовь к Аллаху и к его посланнику. И Аллах Субхану Тааля говорит: кто покорился посланнику, тот покорился Аллаху. А кто отворачивается, то ведь мы не отправили тебя их хранителем. Опять же, Всевышний говорит: каждый из вас волен сам выбирать. Кто покорится Всевышнему, то Аллах Субхану Тааля одарит его, и Аллах оберегает его, и охраняет его. Если же вы не покоритесь, то это ваш выбор, и Аллах Субхану Тааля не отправил пророка как хранителя и покровителя. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям: сладость веры ощутит тот, в ком соединятся три качества. Он должен любить Аллаха и его посланника больше всего остального, любить того или иного человека ради Аллаха и не желать возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него, так же, как он не желал бы быть вергнутым в огонь. Дорогие братья и сестры, я призываю и вас, и себя воспитывать в себе любовь к Аллаху и его посланнику, быть искренним по отношению к Аллаху и соблюдать
все, что повелел Аллах, и избегать всего того, что Всевышний запретил. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллазина аману ва татмаинну кулубухум бидикриллах. Аля бидикриллахи татмаинну.